Я здесь родилась на Камчатке, я камчадалка. Про гектары узнала из средств массовой информации. Решили попробовать как раз под своих осликов, так как планировали купить землю, а тут такой подарок, и решили воспользоваться. Ослики прилетели на Камчатку первые в 2014 году. За это время уже получили 3 малышей. На сегодняшний день на Камчатке всего 6 осликов. Мой сын тоже обладатель дальневосточного гектара. Он разводит кроликов. Кроликов у него примерно на штук 20-30. Камчатку надо чем-то удивлять. Хотим здесь открыть небольшую туристическую ферму, катать и взрослых, и детей на осликах, чтобы люди приезжали, общались с этими милыми животными. Открыть небольшое кафе с необычной кухней, как чаепитие из аванчая, колбаски из камчатской рыбы красной, небольшие семейные пикники. Через 5 лет хотелось бы, конечно, вывести землю в собственность, но неизвестно, что будет через 5 лет и какие будут налоги. Может быть, будет выгоднее ее взять в собственность, а может быть, в аренду.